Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находится устройство DJI-X97 Pro. И сейчас я покажу вам, как поменять язык системы данного устройства. Для начала нам нужно перейти в настройки. В общем, переходим в настройки. И здесь проходим в раздел «Система». Далее выбираем языковый ввод. Далее выбираем язык, нажимаем «Добавить язык», ищем русский. Находим, нажимаем, выбираем регион. И теперь мы перетаскиваем русский язык вверх. И таким образом меняем язык системы. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.